Привет, YouTube, привет. Вот недавно столкнулся с таким вопросом, задали мне по поводу локлайна. Очень часто бывает, что вот эти локлайны, они вот в этих местах где-то не держат. Просто-напросто вешаете вы лампочку, и она складывается не так, как вам надо. Вот, допустим, вы так поставили, а локлайн держит плохо, и он под весом лампочки уходит вниз. То есть недостаточно жестко держит на вот этих местах. Вот. И как это лечится? Сейчас я это все покажу и расскажу. Вот он локлайн, тоже мне не понравился. Вот моя одна из новых лампочек, моя днепродентовских. И я вот здесь вот подлечил. Этот узел, видите, он прям жесткий стал. Вот то же самое, вот эта лампочка новая, она чуть потяжелее, чуть побольше, чем вот эта. И локлайн вот здесь вот начал как бы шевелиться. Что я делаю? Просто-напросто беру канифоль обычную и спирт. Вот мы видим паяльные принадлежности, вот она канифолька. И ее берешь, она достаточно мягкая. Берешь и таким образом насыпал, поломал. Вот, как мы видим, она очень легко просто пальцами в порошочек стирается. Вот так. И можно все это, берем капельку спиртика. Вот. Очень хорошо она легко растворяется. И вот этим делом оно липкое, смотрите. Вот. Взял, чуть потер. Вот. И при высыхании тут оно становится достаточно жестким. Вот это можно регулировать под себя. Как говорится, больше, меньше. Если не нравится, опять же, взяли тряпочку, капнули спиртика сюда чуть-чуть. Вот, стерли лишнее. Вот, и уже, как мы видим, его тут не повернуть. Вот. То есть можно ужесточить настолько, что оно практически аж клином становится. Вот. Есть еще другой вариант. То же самое из паяльных принадлежностей. Опа. Ну ничего, хорошо, что не упало. Вот еще один момент. Сколько лампы эти не падают, жизни, ничего им не бывает. Вот присоска ослабла, я ее так слегка прикрутил. Так, я отвлекся. Значит, вот такой есть припой, тоже из паяльных принадлежностей, ему 100 лет в обед. Он на основе спирта, канифоли, еще каких-то добавочек, чтобы хорошо залудить проводочки. Берешь, сейчас, секунду, чуть сболтнул кисточкой, то же самое. Берем, наносим, чуть покрутили, повертели, все это высохло и держится очень хорошо, прекрасно просто. Точно так же можно лечить и вот такие приспособы, которые бывают тоже плохо держат. Вот, ее берешь, скручиваешь, закручиваешь, и она держит. А потом при нагрузке она берет и складывается вот так. Чтобы она хорошо держала, тоже вот эти все места насыпал туда, чуть попрокручивал. И уже она при поворачивании хорошо, очень устойчиво держится. Потом надо, ты ее сложил. Вот несколько таких у меня приспособочек есть для того, чтобы там на капотах держать, ставить упоры или что-то. Я не любитель покупать очень дорогостоящего. Есть, конечно, такие приблудочки, которые фиксируются и прочее. Ну, кто чем пользуется, просто-напросто, когда вот такие вот нюансы возникают, вот так можно все это пролечить. И очень даже эффективно. Становятся эти узлы более жесткими. И лампа, как мы видим, вот в любом положении, она держится так, как нам надо. А не так, что вот ты ее поставил, она раз и упала. Вот таким образом, потихонечку, помаленечку, можно добиться нужного вам результата, чтобы лампа не падала и это не мешало вам работать. В конечном счете, когда лампу ставишь, она падает,
Это все раздражает. А так, как вы видите, в любом положении, как вам надо, вы ее зафиксировали. Ну, как бы, я думаю, уже всем все стало понятно. Вот такие мелочи, как бы, и они достаточно просто лечатся, эти болячки.